Ну что, ребятки, всем привет, я Киллер. Сегодня я вам покажу несколько маленьких хитростей в Outlast 2. Ну и плюс мы с вами немножечко сегодня поэкспериментируем над искусственным интеллектом, то есть будем троллить наших противников и прочее тому подобное. Нашел я немножко багов в этой игре, собственно, приступаем к нашему исследованию, так сказать. Итак, я уже сейф подготовил, короче. Прямо здесь, после того, как нас столкнули, мы бежим. Открываем дверь. Можете закрыть ее. Ну, закройте на всякий случай. В общем, и идем мы такие сюда. Вот этот забор. И просто пытаемся вбиться. Вот так вот это у нас получается. Вот вы сами видели. Просто я взял и вбился. То есть нам нужно подойти вот на этот угол. То есть с другой стороны. И, соответственно, выйти через этот забор уже только. В общем, баг на самом деле очень простой. Но это еще не все. Это его только первая часть. Так, все, пока я пошел. Господи, только не упадите здесь. Тут нужно осторожно. В общем, идем по краю от забора. Сейчас будет немножечко кое-что посложнее. Но, в принципе, нормально тоже. Это возможно. Это в ваших силах. Вот это, видите, вот эту деревяшку и вот эту... Вот этот столб, да, получается. Мы просто берем и лезем. То есть мы лежим, лезем. Просто пытаемся влезть. Вот таким вот образом. Как-нибудь извиваемся. Я не знаю, хоть что делаем, но мы должны пролезть здесь. Вот. Я пролез. Я пролез, ребята. То есть вы понимаете, я через эту щель пролез. Все, и как бы, где мы оказываемся? Мы обходим... Можно сказать, генератор с Мартой. Да, мы обходим генератор с Мартой, вот эту локацию, вот это лифт наш, на котором мы поднялись сюда и вышли, собственно. Такой обходик небольшой, который существует в единственном экземпляре, так сказать, в Outlast 2. Так, в общем, смотрите, как здесь можно пройти. По-моему, даже на психе сработает. Вот так вот просто. То есть просто так пролезаем, все, пока. Итак, ребята, еще одна же хитрость прямо здесь. Это срабатывает на все виды вот этой штуки. Вот на все виды вот этих препятствий, вот этих шкафчиков всяких и тому подобное. В общем, что нам надо сделать? Нам надо нажать левой кнопкой мыши, то есть задействовать анимацию, да? И на... То есть и протолкнуть ее. Блять, чувак, ты мне мешаешь, слышишь? Я сейчас быстро попытаюсь это сделать. Вы... Все схватите сейчас. Вот, видели? То есть, я просто... Вот, я прошел сквозь. То есть, это можно делать еще быстрее. Дело в том, что, когда я взаимодействовал с этой штукой, то есть, я задействовал анимацию, да? То есть, я ее типа толкал и сделал вот такое вот движение. Просто вот, то есть, зажал пробел и А. То есть, в сторону вот так вот сделал. Задействовал. Толкнулся и опять же сразу нажал на левую кнопку мыши и, соответственно, залез вот в эту вот, ну, прям в текстуру вот этого объекта и вуаля, и прошел сквозь. Кстати, небольшой факт. Вот этого типочка озвучивал тот же человек, что озвучивал Эдди Глускина в Outlast Whistleblower. Итак, ребятки, я думаю, все помнят это место с Мартой. И что мы делали раньше в этом месте? Мы спавнили там Марту, да, и правильно, и бежали прямо туда. Сейчас я вам скажу, как можно пройти намного быстрее это место. Делаем следующим образом. Бежим. Марта, здрасте. Просто ее обводим так, и все. Вот вообще, вот просто ни о чем. Изи. Изи. Марта обманута на раз-два. Ну, то есть дурочка просто. Итак, меня особенно интересует еще одно место, там, где сейчас мы... Да, мы сюда заходим. У нас тут грохот такой жесткий. И, собственно, если мы сейчас сюда полезем, там вылезет еретик. И мы должны будем спрятаться, ну, желательно в бочку, как мы делаем это на психе. Еще раз повторяю, я играю на режиме истории. Здесь противникам приходится ударить вас больше раз, чем, допустим, на нормале или на высокой, или, а то и на кошмарной, и на психе я вообще молчу. Итак, еретик, здрасте. Вот так, вот такой он идет, да, сюда. Вот иди сюда. Блять, он... Дядя! Он с первого раза здесь грохает нас. Есть такой вариант, что можно от него увернуться. Ну, если честно, это сложно.
Ну, блядь, ну хоть не с первого раза ты меня убил, дядя. Хоть так, слушай, ну мы его обошли. Сам факт того, что мы его обошли. И он вообще куда-то ушел, ему похеру. Не знаю, сработает ли такая тема на каком-нибудь нормале. Спасибо. Но в принципе, в теории, мы можем в режиме истории делать так со всеми, абсолютно со всеми. Вот, видите, он не попал сейчас. Он опять не попал. Он не попал сейчас по нам, лол. Ну, такая тема работает. Такая тема... Нет, не работает. Ладно, хорошо. У меня ни бинтов, ни хрена нет. А вы разговаривать умеете? Я даже не знал. Я думал, вы орать только умеете. Любимые мои. Ну вот так мы можем их наекивать. Ой, ты здесь еще, да? То есть ты караулишь, да, у нас? Хопа! Ха-ха-ха, дяденька! Шо ты, а? Опля! Шо ты можешь, а? Раньше она носилась как угорелая просто. Видите, а сейчас ее вообще нету. Вот она просто, вот видите ее, что это, голова ее, я не знаю. Она вообще свет потушила. То есть ее нет. Может отойдем, может она появится. Не, ее нет, ребят. Ее просто нет. Так, ладненько. В общем, в чем смысл этого бага? Кстати, здесь можно вот так вот увернуться от этого камнепада, так сказать. И не лечь таким образом. Вот здесь есть один баг, который нам позволит уйти в текстуры вообще. Далеко и надолго, так сказать. Но я не знаю, как он делается. Я знаю примерно, как он делается только. То есть он у меня не получался. Вот. То есть мы вот так стоим, мы вышли и просто вот так стоим. И нам нужно просто как-то прыгнуть. А! Чё? Лол, ребята, получилось. Так, а теперь куда идти-то? Только я забыл, я не знаю. Ребятки, я понял. Я понял механику бага, я понял. Что мы делаем перед тем, как вбиться именно в текстуры? Чтобы наши, так сказать, наша голова была в этих проводах. И чтобы эти провода были справа именно. То есть мы приседаем. Именно приседаем и влезаем сюда. И ползем теперь. Ну, перемещаемся. Вуаля! Мы справа. Теперь мы можем прыгнуть. Просто прыгаем и все. Итак. Пытаемся еще раз. Баги — это такая вещь муторная, знаю. Так, еще раз вам говорю, пролезаем по той лестнице, затем идем сюда. Вот тут у нас угол водяной такой, вот эти штуки. И вот этот тоннельчик. Правильно, правильно, все правильно. Теперь ползем обратно. Да, 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 да! Да! Ха-ха-ха, получилось! Ребят, это классный баг, это реально классно. Его очень легко делать. Я для вас сейчас еще раз его сделаю. Только не сейвись, пожалуйста, не сейвись. Сука, туп... Бежим от Вэлла сначала, да? Ну все, обычно все без бага, все круто, так. Хорошо, бежим такие. Этот баг можно проворачивать хоть где вообще. Только главное его правильно делать, и все будет хорошо. Итак, можем тут прям сразу присесть, да, и сразу лезть начать. Просто вот в присе... Главное присесть в начале вот. Вот перед этой херней нужно в приседе зайти вот в эту анимацию, в которой мы сейчас находимся. Вот, провода справа. Просто сигаем сюда. Вот просто прыгаем. Все, бултыхаемся. Видим лестницу. Вот эту лестницу. И нажимаем на Ctrl, соответственно. И просто под ней ползем. Выползаем. Идем вдоль этого тоннеля.
Вот у нас всякие деревяшки. Тут у нас вот эта деревянная хрень. Итак, идем дальше. Приходим сюда, да, то есть видим вот этот, вот эти камни, тоннель. Ну и примерно ориентируясь по ним, да, то есть вот видим, вот здесь угол. От угла немножко отходим, то есть чтобы мы могли заползти сюда, под текстуры. Да, нам просто нужно взять и заползти под эти текстурки. Камни, угол. Угол. Покажись. Ты где-то тут. Чуть-чуть прямо. Вау, у меня даже круче получилось. В общем, ребят, я надеюсь, смысл бага вы поняли. Я на ваших глазах это все делал дважды. Поэтому, в принципе, я думаю, вы поняли, как он вообще делается. Ну, в принципе, все так-то. Больше, в принципе, вам ничего и показать-то и нечего, потому что это, походу, все были обходы в Outlast 2. Больше их нет. В общем, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Киллер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!